Вторник, 21 июня, Украина, Харьков, 16:49, бабушка привезла мне значит клубничку ребенку домашнюю. Какая клубника, какая красивая, без концентратов этих всяких удобрений, нитратов, настоящая клубника домашняя. Дальше еще что-то было. Посмотрим. Так, еще положила, посмотрим, что тут. О-е-е. Это ж настоящая земляника, но правда чуть-чуть это такая, ой, как вам передать аромат земляники домашней. У меня ребенок, девочка, очень любит землянику эту, землянику. Как она пахнет, какой аромат. Домашняя клубника и земляничка рядом с дачей Сорота бабушка и своей внучки, молодец. Ой, класс. Пишите, вы ели в этом году земляничку? Ну попробую одну штучку. Сладенькая, вкусная, чуть кисленькая. Клубничка хорошая. Красивый цвет, целый, всяких этих. Все буду пробовать. Пишите в комментах, ели вы землянику или клубнику домашнюю в этом году, не покупную или покупную. И почем он стоит килограмм клубники или стаканчик земляники. Обычно бабушки продают стаканчиками, потому что она ее тяжело собирать. Или килограмм земляники. Напишите в комментах, будет очень интересно. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Канал называется, кстати, «Твой навсегда». Пишите комменты. Всем хорошего настроения.